Всем привет! Сегодня 7 февраля 2023 года. Чича выйдет позже, она только что пообедала. Не любит она после обеда выходить сразу на улицу. Уходил я в столовую около 12, чуть раньше вышел. Свет еще был, а пришел не было. Во сколько выключили, 12 или в час, но только дали. Поэтому быстренько погрел еду, поели, повключал все и отопление, и все. Сейчас, по прогнозу, самая теплая часть дня, минус 4 должно быть. А ночью опять минус 9, и сегодня было, и будет тут. Поэтому прогреваемся. Хотя вот показывают на радостнике даже минус 7. Но чувствуется как-то холодно. А я еще под утро выключил котел. Весь день сегодня бегал, добывал собачью еду. Пошел в чудо-маркет с утра прямо к 8. И купил собачьи каркасы, не фу, собачьи, куриные. До этого брал на рынке, стоял в очереди больше часа, утиные по 22 гривны. Такие жирные, наваристые, а это куриные по 19,90, ну по 20 гривен, пожалуйста. Забрал все сразу на радостях. Вот рано, если придешь, так всегда что-то будет. А потом уже к 11-12 уже там не всегда что-то дорогое. То лапы по 40 гривен, то еще что-то. Так что и притащил каши, полмешка, мешок я на себе не утащу. Полмешка 20 килограмм нормально, как раз на 2 недели. Поэтому ячка по 6 гривен у нас. Там я рассказывал 100 раз. Поэтому все собачки будут теперь сытые. Чича тоже поела. Сегодня ясно, тихо. Ну, в общем, все как обычно. Все работает, все движется. Погода такая морозная, ясная. Обычная морозная зимняя погода. Будем надеяться, что уже к теплу дело идет, потому что уже через 2-3 дня уже потепление. Ну, а там уже и март не за горами. Так что всем хорошего дня. Хорошее настроение, пока.